Режим чрезвычайного положения введен 16 марта. Дважды он был продлен и окончательно снят только сегодня. Почти два месяца в стране действовали ограничения, которые во многом негативно повлияли на моральное и материальное состояние граждан. С сегодняшнего дня жизнь казахстанцев потихоньку начинает возвращаться в привычное русло. Немало вопросов поступает касательно работы и блокпостов. Несмотря на то, что режим ЧП отменен, они еще будут функционировать. Однако работники, проживающие в пригородах, но работающие в городах и наоборот, смогут пересекать блокпосты по утвержденным спискам акиматов регионов. При этом в Казахстане продолжает действовать режим карантина. Облегчать его начали еще три недели назад и продолжат делать это поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации каждого отдельного региона. Сегодня Касым-Жомарт Кемелевичем было объявлено о том, что сегодняшний день к работе приступает непродовольственные магазины площадью до 2000 квадратных метров, салоны красоты, центры развития детей, парки и скверы становятся доступными для прогулок наших граждан, ограничения остаются для работы развлекательных услуг при парках. Разрешается проводить спортивные тренировки, работникам культуры проводить репетиции. Для работающих родителей организовываются дежурные группы в детских садах с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, не снят запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий. Сегодня много вопросов поступает от предпринимателей, в целом от населения нашей страны по возобновлению работы торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц. Хочу особо подчеркнуть, что их деятельность на этом этапе не возобновляется. Этот вопрос будет рассмотрен чуть позже. По словам вице-премьера, некоторые ограничительные меры в связи с карантином продолжат действовать как минимум до конца июня.